Внимание! Студия «Пародист». Говорит Москва. Работают все остальные. Студия «Пародист». Студия «Пародист». Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам с просьбой отметить день рождения одного замечательного, как оказалось, человека, студия каким, пародист. Кстати, и является Серафим Матрасович Пупкин. Понимаю, что в столь тяжелое время очень многие россияне вынуждены платить ипотеки и кредиты в то время, когда айфоны становятся студия с каждым днем пародист. Все дороже и дороже. Ну что поделать, ведь понтоваться как-то нужно. Несмотря на тяжелую и критическую обстановку, я призываю нас всех объединиться финансами и подарить господину студия Пупкину, пародист. Ну, хотя бы чехол от айфона. Хотя я уверен, что совместными усилиями мы соберем более большую сумму. Сейчас попрошу заместителя правительства Юрия Трутнева студия собрать пародист. Деньги на подарок. Юрий Петрович, пройдитесь, пожалуйста, по рядам. Да, и имениннику передавайте мои искренние поздравления. Студия